Имеют место быть, конечно, к сожалению, случаи выпадения детей из окон. И мы профилактируем, обращаем ваше внимание на безопасность ваших деток. Хорошо. Елена – мать двоих детей. Она, как никто другой, беспокоится об их безопасности. О случаях выпадений из открытых окон знает и принимает все меры для того, чтобы оградить своего маленького сына. У нас ребенок находится постоянно под нашим контролем. Вот. И если мы отлучаемся в другую комнату, то стараемся, чтобы ребенок с нами ходил вместе. И вообще у нас ребенок боится высоты, мы живем на 14 этаже, поэтому он к окнам не подходит. А вообще он знает, да, что открытое окно – это большая опасность. Сотрудники ОМВД России по Одинцовскому округу вместе с членом общественного совета при ОМВД Ниной Дьячковой рассказали, как создать в доме безопасную среду для ребенка. Обращаем внимание родителей на данную проблему, на проблему выпадения детей из окон. Поэтому просим их, настоятельно рекомендуем закрывать окна, не оставлять детей, где открыто окно, в данном помещении одних. Ставить специальные заглушки, чтобы дети не имели возможности открыть окна самостоятельно. Рейд «Открытое окно. Опасность для ребенка» в летнее время проводится регулярно. Именно с приходом тепла случаев падения малышей с высоты становится больше. По статистике, особенно подвержены выпадению из окна дети от года до 6 лет. Поэтому сотрудники полиции рекомендуют, помимо установки специальных механизмов на окна, постоянно проводить разъяснительные беседы с ребенком. Эмилия Аркелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».